Многие сотрудники компании Volkswagen Center Germanica живут в Химках. Им не все равно, как будет выглядеть родной город. Трудовой коллектив организовал круглый стол, чтобы озвучить свои идеи по улучшению облика Химок. На встречу пригласили лидеров движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Михаила Раева, Николая Кашникова, Юлию Ишкову, Надежду Смирнову, Ирину Беляеву и Алексея Федорова. На сегодня был создан новый алгоритм общения с населением, потому что, естественно, мы не в состоянии объехать каждый двор, каждый подъезд. Вот. Поэтому создали сайт голосования, называется «Хижа онлайн». Что это такое? Мы, объезжая коллектив, вот сегодня приехали к вам. Сегодня вы, допустим, нам скажете, что именно беспокоит вас, проживающих в городском округе. Естественно, это будет все запротоколировано и загружено на сайт голосования. Сотрудники компании не только присоединились к движению общественной поддержки, но и внесли свои предложения. Предложений у трудового коллектива довольно-таки много. Это начиная от освещения улиц, пешеходных переходов, реконструкции набережных, заканчивая детскими площадками. Все предложения действительно стоящие, имеют место быть для того, чтобы в нашем городском округе Химки было комфортно и удобно проживать. По большей части предложения касались повышения комфорта на улицах города. Где-то не хватает лавочек, где-то необходимо оборудовать пешеходный переход. Были и масштабные инициативы. Мне особенно понравилась инициатива по продолжению реконструкции набережной канала имени Москвы, чтобы сделать из нее единое пространство, которое может соединить сразу несколько микрорайонов, где мы все сможем проводить время, кататься на велосипедах, вести здоровый образ жизни и общаться, чтобы вместе создавать новые идеи по улучшению нашего города. В свою очередь, лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» рассказали сотрудникам компании об уже реализованных инициативах и о тех, которые благодаря активности жителей в ближайшее время будут реализованы. На сегодняшний день мы с гордостью можем сказать, что начали двигаться. Это организация спортивного ядра, школа номер 14 и «Луч». На сегодняшний день химчане выдвинули более 2000 инициатив, а к движению общественной поддержки «Химки. Интересно жить» присоединились около 200 трудовых коллективов разных предприятий города. Проголосовать за инициативой и тем самым ускорить их реализацию можно на сайте «Хижонлайн».